Всем привет! Сегодня у меня очередные продуктовые покупочки и хочу поделиться с вами. Их мало, поэтому я долго ваше время занимать не буду. Итак, взяла вот такой вот чай. Прошу прощения за свои ногти. В общем, увидела цену 65 рублей, какой-то необычайный, с ароматом малины, и решила взять. В общем, я не посмотрела, что здесь 50 пакетиков. То есть, понятное дело, какое будет качество, и я его уже попробовала. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Вот такие вот маленькие фильтр-пакетики, мусорные. Я извлекла содержимое и посмотрела, что там мусор. И заваривается он также не крепко. Если хотите, чтобы был чай крепким, нужно добавить сразу 2, а то и 3 пакетика. То есть не советую, кто живет в моей области, вот такой вот чай лучше не берите. Итак, дальше. Готовила я пирожное печенье, потом видео я вам выложу. И я повторила это печенье для чего? Оно мне понравилось. В общем-то, оно сладенькое, для чаепития самое то. Я не помню, как оно называется. Вот такой вот пакетик мне обошелся, по-моему, в 45 или 47 рублей. В принципе, неплохо. Для чая подойдет. Так, следующая покупка — это одно киви, один киви точнее, одна груша. Почему беру по одному? Потому что у меня ест только ребенок фрукты. Я их не ем, в общем-то, поэтому я больше и не беру. Так, взяла себе для здоровья кешью орешки. Я уже половину съела, потому что я так давно их не ела, так соскучилась по ним. В общем, вот такой вот малюсенький пакетик, девочки. Я не знаю, сколько здесь, но... Грамм 100, ну может быть 120, стоит 80 рублей, но очень-очень вкусные они, очень полезные, очень сытные. Дальше, захотелось мне покушать ерунды, тоже давно не ела сырокопченую колбасу, ну как я говорила, я не ем это, но, конечно же, я, как и любой нормальный человек, себя балую. Вот такой вот кусочек, 74 рубля, ну в принципе неплохо, мне хватит. Так, дальше. Взяла ребенку вот такой вот воздушный рис, он, в общем-то, неплохой, мы его берем частенько, ну, как частенько, вот у него состав написано, рис на первом месте, сахар, песок, в общем-то, здесь очень мало плохих ингредиентов, поэтому нормальный, и стоит он тоже недорого. Так, взяла ребенку ряженку 2,5%, именно пестравку. Он у меня любит только такую, здесь 930 грамм. Хватает нам такой ряженки как раз, наверное, дня на 3-4, потому что с утра мы перед завтраком обязательно, у меня ребенок принимает ряженку, для желудочка очень полезно. И также благодаря ряженке желудочек начинает наш работать. Итак, дальше. Тоже еще одну очередную ерунду я захотела, но я не то чтобы захотела чипсы, я просто увидела, что они с креветкой. Я вот почему-то ни разу не видела. То ли я, ну, я, наверное, не обращаю внимания просто, потому что я их не ем. И вот очень интересно стало, как по вкусу. Если, ну, не понравится, я в любом случае их отдам мужу. Так, вот такой вот батончик, я его уже брала, он у нас стоит 9 рублей, он что-то он без опознавательных знаков, я даже не знаю, как он называется. В общем, неплохой, сверху белый шоколад и внутри белый шоколад, очень напоминает белый Альпен Гольд. А также батон обычный наш местный взяла, всегда мягкий, всегда свежий. Лаврушку взяла, у меня она закончилась. Взяла шампиньоны вот такие на салат, наверное, на выходные буду готовить. Ну, в общем, вы знаете, я стараюсь не брать китайские продукты, а это у нас шампиньоны китайские. Да, они китайские. Я вам тоже не советую, потому что все продукты китайские лучше не употреблять. Так, взяла 2 кусочка киты. Это красная рыба, они стейком уже порезаны. В общем-то, кита она... не особо-то и дешевая. Вот таких вот 2 кусочка нам, в общем, одного вот этого кусочка нам хватит, наверное, дня на 2, потому что он огромный. Так, взяла себе вот таких вот, в общем, стояла просто женщина, передо мной покупала, я как сорока, я уши развешу и слушаю, что там говорят другие люди в плане именно покупок. И, в общем, вот такие вот она палочки покупала, они куриные с индейкой. И говорит, что если делать из куриного филе котлеты, то вот эти получаются гораздо сочнее и нежнее.
Я взяла именно из-за любопытства. Конечно, я их буду есть сама. Если нет, то у меня есть кошки, которым можно отдать. Ну вот, в общем, очень она их захвалила, и не могла я пройти мимо. Вот так вот. Так, взяла себе свою любимую водичку. Это от Леванты, Разлеванты, как их правильно называется, Ренни, французские духи. Кристина Агилера by Night. Очень сладенькие, очень вкусненькие. Я просто в восторге от них. Так, и забежала в аптеку, взяла ромашку. Мы частенько пьем ромашку для поднятия иммунитета. В общем, это полезно для здоровья. Так, ну вот и все. Все мои покупочки закончились. Всем спасибо и пока.